Саженцы в горшках плодоносят. Конец июля. Здесь сорта Blue Gold, Liberty и Aurora. Саженцы 2,5-летние и 3-летние. Ягодка шикарная, просто шикарная. Сладкая, наливается. Красивая, крупная по сравнению с ногтем. Какая ягода мощная. И это я еще нормировала ее. Потому что ягоды было очень много. Боялась, что вкус не будет развиваться. Поэтому я ягоду нормировала. Посмотрите, что творится. Просто песня. А вкус изумительный. Просто изумительный. Она сначала такая беленькая, прям белоснежная.